Всем привет, с вами Игорь, и сегодня решил таки поменять на вот этом трекере, что за мной, угол поменять с летнего на весна-осень. У меня есть там такой угол, ну я так подумал, если есть, у меня там есть угол и зима, и лето, это такие основные углы, да, то почему бы не сделать угол весна-осень? Промежуточный такой себе угол, вот, может какая-то будет добавка, я не знаю, посмотрим, а может и нет, ну, в принципе, мне это было не тяжело сделать, просто просверлить лишних 8 дырок в рейках, и уже готовый угол промежуточный, весна-осень, вот. Ну, я не знаю, даст оно что-то, не даст, буду пробовать, менять, так, сяк, вот, сейчас, как бы, еще рановато зимний угол ставить, вот, но весна-осень как раз таки нормально, уже день намного меньше стал, солнце намного ниже, вот, и, кстати, у нас появился новый альтернативщик нашей гильдии альтернативщиков, это Владимир из Харькова, в принципе, он и раньше был, ну, он создал новый канал, вот, переходите, я оставлю ссылочку в описании, это будет первая ссылка, дальше вся там будет ссылки, моя вся остальная альтернатива. Вот, переходите на его канал, смотрите, кого интересует, там интересные у него есть решения по солнечным трекерам, двухосным таким, не таким, как у меня, вот эти, простым одного, там двухосные у него трекера, интересные решения, он ими давно уже пользуется, вот, уже опыт, так сказать, есть, и пеллетные котлы и там много всего остального. Вот, итак, вот мой трекер или массив. И сейчас я буду менять на нем угол. Что мне для этого надо сделать? Меняется он очень просто. Одним человеком. Тут больше и не надо никого. Так, мне надо... Ага, вот у меня даже тут здесь подписано. Видите, зима, весна, осень и лето. Вот сейчас на летнем угле как раз болтик. Мне надо открутить вот этот болтик и вставить его сюда. Ну и вот этот. О. Тоже тут, видите, лето, видно, не знаю, ага, вот, лето, весна, осень, зима, о, тоже такая рейка идет, а, ясень, а. Ну вот видите, кстати, он простоял все лето, дерево в тени, даже не на солнце, оно даже не стало серым, не потрескалось без всякого покрытия, так что нормально это дерево стоит, тем более, под панелями, оно под панелями, видите, стоит. О, оно как было такое светлое, оно не то, что там сгнило там или что, оно даже не потемнело от солнца, потому что на него солнце практически не попадает, вот только вот с утра. Вот сейчас вот с утра на него немного попадает солнце. Когда солнце поворачивается на панели, оно все в тени, и дождь, влага тоже. Ну сейчас, правда, изменю угол, посмотрим, как оно будет стоять. Ладненько, чтобы не занимать ваше время, я сейчас откручу эти болтики. Ну, два, и там два, и тут тоже по два. Это 8 штук получается. О, изменю угол, потом включусь. Ну, вот я и поменял угол. Это заняло там даже 5 минут, наверное, не заняло. Несколько минут. Открутил, закрутил, передвинул. Вот, все выставлено. Правда, надо будет вот это вот деревцо срезать. Оно тут не нужно. И вот это тоже срежу. Вот. А и тот орех сзади тоже. Ну, сзади он, в принципе, не мешает, но, наверное, и орех срежу. Там не нужен. Вот. Как-то так оно все стоит. О, все в плоскости, как видите. Красиво. Все так ровненько. Очень-очень. Но пыли. О, ох и пылюки. И посмотрите, что делается на этих панелях. Это просто ужас. Ну, я думаю, дождь пойдет. Вот обещают уже на выходные дожди. И в таком угле, я думаю, дождю будет даже легче помыть их. О, потому что они очень так горизонтально были. Вот там не так смывало. А в таком угле... Там, в принципе, могу и шланга помыть.
не проблема. Кстати, простоял мой трекер уже полгода. Ну, я вообще-то хочу год его протестировать, как он будет стоять. Вот, и как он будет выдерживать. Народный трекер я ее назвал. Ну, потому что он такой дешевенький получается в производстве. Простой. В принципе, с металлолома, реек каких-то можно его сделать. Но уже за полгода я смотрю, он тут запас прочности. Запас прочности тут просто, просто большущий. Большущий. Кто бы там что ни говорил, что там это все не будет стоять. Все оно прекрасно стоит. Вот такая вот конструкция, кто не видел. Вот. В землю тут столбики забетонированные, труба. Ну, видите, не такая, не толстая. Но она толстая здесь и не нужна. Тут оно все треугольниками, как видите, сделано. Поэтому тут все надежно и крепко. Вот. Так что я один раз помню, когда только панели подцепил. Вышел посмотреть, ветер был такой сильный, я вышел посмотреть, как оно себя чувствует. Ничего тут не шатается, ничего не это вот, ничем не, ну, короче, вообще стоит мертво, мертво стоит. Поэтому я в следующие ветра даже и не выходил на него и не смотрел, потому что я знаю, что тут все надежно и никуда оно не улетит, ничего и не будет. Но мы еще проверим зимой, как оно постоит. Вот это следующий, ну, весной, не следующий, просто весной, будет ему год. Вот этому трекеру, этому массиву. Это я весной, этой весной поставил панели. Значит, на следующую будет год. И как бы год уже срок такой довольно значительный. Такая проверка на прочность будет. О, если выдержит это все, я не сомневаюсь, что он выдержит, то смогу уже рекомендовать. Такой вот трекер, очень даже интересный. Правда, дерево я еще не покрывал, но надо будет собраться. Вечно времени на все не хватает. И покрыть чем-то вот эти вот деревянные части хотя бы. Металл у меня грунтованный, а вот дерево я еще ничего и не делал. Но оно хорошо в тени стоит. Там дождь, солнце на него не попадает. Оно очень даже неплохо и стоит. Вот. Там, ну, про мою солнечную электростанцию видео есть. Кто не видел, смотрите. Там у меня есть, кто первый раз зашел. Солнечная электростанция без инвертора и ЭКБ. Я тоже ссылочку на нее оставлю. Вот. Я пользуюсь 220 напрямую с панелей, постоянным током. Кстати, я вот недавно смотрел видео. Канал есть Игорь Квачун. Тоже. Ну, я думаю, вы знаете, но кто не знает, посмотрите там. Он показывал, уже есть панели, там такие, что две штуки всего надо. Вот у меня сейчас 7 штук набрано, чтобы было 220, 7 штук. А уже есть две панели, которые дают 110 вольт. То есть это всего 4 панели надо, 4 штуки, чтобы уже было 220. Ну, правда, 220 холостой ход. У меня здесь холостой 7 штук, 250 вольт. Вот. Но, тем не менее, 200 вольт уже было бы рабочая точка напряжения. Это вообще технологии, короче, на месте не стоят. Это все очень сильно и быстро развивается. Вот, и, ну, очень, даже очень быстро. Прямо впечатляюще быстро. Вот. И я же говорю, 4 штуки теперь всего надо, чтобы собрать систему на 220 вольт. О, если мне тогда надо было 7 штук, то теперь всего это 4. О. Ну вот так вот выглядит мой массивчик. Пока что мне энергии хватает с головой. Вот. Скоро буду еще подключать там обогреватели, тены, но это уже другое видео. Вот, всего у меня будет 8 киловатт в эту зиму пойдет. Ну, короче, стоит ли этот угол менять? Весна, осень, пишите в комментариях, я не знаю. Я так и просто дырок насверлил, думаю, пускай будет. Поменять этот угол не тяжело. Вот сейчас он у меня так стоит, но сейчас он у меня даже более на зимний похожий. На зиму у меня еще там круче будет. Вот. А может и не надо еще круче, я не знаю. Короче, пишите в комментариях. Вот. Угадал я с углом, не угадал.
Может быть, надо было не такой делать. Может, это уже и есть зимний. Ну, короче, ладненько. Вы все видели, свое мнение выкладывайте в комментариях. Всем пока, до следующих видео.